Давай, Лёня, жги, я в тебя верю! Лёня, просто знай, ты лучший строитель всех ловушек в мире! Я еще не понимаю, а что происходит? Лёнь, не надо, может, а? Давай, Лёня, у тебя получится сделать топовую ловушку! Я знаю, 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 спасибо, не стоит благодарностей. Вы лучшие ребята! Можешь начинать, Лёнь! Ну что ж, преступник, приступал! Блин, приступим! Это будет просто невероятная ловушка! Это страшно, я не могу представить, что же случится с ним, а? Лёня, ты мой герой! Готовы? Ха-ха! Осталось последнее! Спасибо, ребята, что поддерживаете. Я сам не верил, что эта ловушка получится. Они что, совсем чокнулись? Ты чё? Ой, меня Лёня, кажется, заметил. Мне надо, наверное, отсюда скорее сваливать. Бегом, 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 бегом на мою арену. Сейчас Лёня просто офигеет. Серьезно? Он сделал такую странную ловушку. Лёнь, ты чё, дурак? Что они там тебе хлопают? Что ты там такого классного сделал? Эта ловушка полный отстой. Ни слова тебе не скажу. Да и не говори. Лёнь, ты чё? Придумайте число от 1 до 10. Ну ладно, загадал. Лёнь, подожди секундочку одну. Так, я выключил микрофон, он меня сейчас не слышит. Я загадал число 1. Что интересно он хочет? Так, погоди-ка, умножить это число на 2. Ну, будет 2, получается. Ага, прибавить 8. Ну, будет 10. Так, логично. Так, разделить на 2. Будет 5, хорошо. Лёня меня, если что, до сих пор не слышит. Вы можете загадать абсолютно свое любое число. Так, здесь у меня будет 5. А дальше вычти исходное число. Исходное число у меня было 1, да, получается? Получается у меня 4. Так, 4 это буква D. Ага, выберите букву, соответственно, вашему числу. Ну да, буква D, все нормально. Цифра 4, буква D. А дальше выберите страну, которая начинается с этой буквы. Ну, наверное, самая легкая страна Дания. А, отлично, отлично. О-о-о, следующая. Возьмите следующую букву после выбранной. Так, ну у меня было сначала 4 буква D, значит, мне нужно выбрать теперь 5, буква E. Ну, допустим, и что? Выберите животное, которое начинается на эту букву. Ну, самое легкое это, наверное, будет... Подожди, дай подписчикам 5 секунд, пусть они что угадают. А, ну ладно, попробую угадать прямо сейчас. Тебе нужно выбрать животное, которое начинается на букву Е. Так, я думаю, что можно включиться уже. Лёнь, я выбрал это животное. Ага, угу, во. Давай. Выберите цвет животного. Так, ну, выбрал, и что? Поздравляю, у тебя серый енот из Дании. Стоять, зараза ты такая. Ну-ка. Отсюда! Как он это сделал? Обалдеть, я реально загадал енота. Так, мне кажется, что Лёня меня слишком сильно обманул. Я должен ему сейчас реально отомстить. Знаешь, что я сделаю? Я взял кучу блоков, и сейчас вы просто обалдеете от того, что я решил сделать. Сначала мне нужно построить что-то вроде квадратика. Это будет просто невероятно. Лёня офигеет от такой ловушки. Такого он еще никогда в жизни не встречал. Ну что же, примерно вот так вот должно все получиться. И теперь самое интересное. Я должен сделать из этого настоящий лабиринт. Но только он будет пока что в 2D пространстве. Как это будет выглядеть, сейчас ты сам посмотришь. Но для начала я хочу, чтобы каждый из вас, каждый из тех людей, которые подписаны на мой канал, поставили лайк на эту серию, потому что это очень важно. Если не будет лайков, я не смогу снимать такие классные ролики. Вот такие ловушки, соревнования. Это все не получится. Лёня тем более расстроится, если лайков не будет. И вообще тогда не с кем будет видео записать, поэтому прямо сейчас лучше поставь лайк, а я уже практически сделал. Посмотри, как это круто получается. Чё? Кто где стучится? Алло, алло, кто где стучится нафиг? Нупкин? Да, Владов, извини, я у тебя покачаюсь тут немножко. Что, в смысле покачаешься, Нупкин? А почему ты такой широкий, а? Я? Ха-ха, спасибо, да я как всегда, да чё ты? А? Обалдеть. Ты чё, прям сразу несколько гантелек, да, тягаешь? А как надо? Меня не учили. Я этот, самозванец.
Какой еще самозванец, Нупкин? Ты, пожалуйста, это, иди качайся в другой двор, пожалуйста. Здесь не надо мне качка-клоп устраивать. Я тут делаю интереснейшую ловушку для Лени. Поэтому, Нупкин, не мешай мне, пожалуйста. Одну минуту спустя. Осталось совсем чуточку. Мой лабиринт практически готов, но ты даже не представляешь, что из этого получится в реальной жизни. То есть, смотри, я сейчас... Это еще что такое? Ты еще совсем поехала? Привет, зайчик! Столько времени прошло! Минечка, а можешь, пожалуйста, идти отсюда? Я реально сейчас занят, я не могу с тобой на свиданку пойти, как всегда. Я соскучилась, тебя в больничке давно не было. Да, конечно, потому что зрители... Как-то слишком мало лайков поставили мне на прошлую серию. Я решил больше не снимать про сладости и больничку. А я вот похорошела, да? Фигурку подтянула. О, да-да-да, Минечка. А можно я кое-что сделаю сейчас? Нет, стой! Подожди, я хочу тебе сказать, что... Говори, у тебя есть одно слово. Я реально сейчас занят, ты мне немножечко мешаешь. Я люблю тебя, пожи-пожи, не уходи от меня. Я рожу тебе 10 детей. Иди отсюда. Просто я не знаю, откуда она вообще прилетела, откуда она взялась. Это не важно, я сейчас кое-что сделаю. 5 минут спустя. Обалденно, только здесь есть кое-что лишнее, поэтому давай-ка это туда выкинем, это мне больше не пригодится. Смотри, теперь мы заберем мой секретнейший ноутбук, который у меня почему-то лежит здесь, вообще не на самом секретном месте. Я сейчас кое-что напечатаю, специальную программу, от которой вы все... Зевс! Ты чё там совсем? Ты зачем в мой ноутбук молнию ударяешь? Ладно, неважно. Так, сейчас я быстренько пропечатаю программу. Сейчас, секунду. Все. Успешно. Отлично, программа заработала. Это значит, что смотри, что сейчас произойдет. Просто наблюдай. А я вообще ничего не делаю. А мой лабиринт сам дублируется. Он будет сейчас на всю мою огромную арену. Ты представляешь, как это будет классно? Обалдеть. Ты посмотри, он сам по себе полностью дальше строится. И все, теперь в этом лабиринте можно спокойно бегать. Но остается следующий шаг. Сейчас в нем автоматически будут строиться стены. Это видел? Обалдеть, как классно! Конечно же, сейчас в нем автоматически... Девс? Извини, что я на тебя это немножко наругался, но... А, ой. Ладно, вы ничего не видели. Сейчас я кое-что сделаю, и практически все готово. Самое интересное ты увидишь немножечко попозже. 5 минут спустя. Лень, а ты уже все? А, точно, мне же в Дискорде нужно включиться. Лень, я там такое сделал. Это еще что такое? Владос! Ты чего тут сделал? Ты почему на самолете? За мной! Пошли. Иду. Лёнь, а самолет-то тебе зачем? А мне можно с тобой в самолет? Нет. Да ты обалдел, что ли, Лёнь? О, стоп, алмазный блок. А я могу его вскопать сейчас? Стоп, подожди. Ладно, давай подожду. Ну, я уже готов просто, Лёнь, у меня кирка есть. Там у меня на арене, просто ты сейчас офигеешь от того, что я сделал. Смотри. Давай, куда смотреть, Лёнь? Ну, ты достал меня. Да, зачем тебе эти 2 чемоданчика? Лёнь, ну давай я уже просто блок скопаю и все. 2 чемодана. Я вижу, что не 3. Угадаешь, в каком записка с именем моей первой любви? Там разрешение вскопать алмаз. Ну, давай, допустим, вот в этом, вот в этом. Извини, Лёнь. Че, уже, наверное, можно, да, копать? М-м. Ну, давай, вот в этом чемодане, Лёнь, ну в левом. Проверяй. Давай, посмотрим. Ну, тут нету, Лёнь. Не угадал. Ну, значит, вот в этом. Ну, ладно, Лёня, давай, я посмотрю, что там. А какой пароль? Лёнь, ну тут запаролен сундук. 1, 2, 3, 4. Ну да, какой еще Лёня мог придумать пароль? 1, 2, 3, 4. Лёнь, ну тут нет записки. Нет первой любви. Лёнь, ты дурак? Я любил сразу обеих, копай. Лёнь, ты сумасшедший, что ли? А чё? Не понял! Жизнь игра, а ты проиграл. О, алмазик! Еще 5 минут спустя. В принципе, уже все готово. Лёнь, ты идешь там, нет? Иду, Владус, иду. Значит так, смотри, заходишь в этот лабиринт, и твоя задача просто всего лишь выбраться. Никаких ловушек там внутри, конечно же, нет, Лёнь. Уф, тут одному никак. Лёнь, ты куда? Лёнь, ты чё? Лёнь, стой! Сюда, за мной, парни, за мной. Идем, заходим, по одному не стесняемся, ребята. Лёнь, идем, ну. Не понял. Ты офигел? Владус, блин, где вход? Ты дурак, Лёнь, давай заходи уже скорее.
матрешки. Скорее их нужно всех здесь закрыть. У меня появилась просто шикарная идея. Конечно же, там нет никаких ловушек в этом лабиринте. Вообще никаких. А теперь за мной я тебе сейчас кое-что покажу. 5 минут спустя. Ага, осталось совсем чуточку. Так, сейчас чуть-чуть, ага. Вроде все. Готов? Да, готов. Подключение к смене мозгов. Синий, готовься. Так вот, я ей потом говорю. Ты мне капец как нравишься. Типа, ну ты вообще вся моя жизнь. Ага, Синий, и что? Погоди, ты что, будешь троллить друга за мое обличие? Ну да. И потом поможешь мне, да? Ну да. С девушкой познакомиться поможешь, да, как договаривались? Да, Синий, конечно же, давай закрывай здесь стекло. А, я прячусь быстренько в свою кабиночку. У нас буквально 3 секунды, Синий, все пройдет отлично и вообще хорошо. Надеюсь. Поставь лайк прямо сейчас, это очень срочно, очень нужно. 3 секунды у тебя есть, чтобы разгадать это слово из этих букв. Напиши в комментариях, какое слово тут зашифровано. Синий! А, 2 секунды осталось. Одна. Пиши скорее комментарий, бегом! Вау! Кажется, все получилось! Отлично! Ой, Владус, слушай, можно я пойду что-нибудь сделаю? Да, иди сделай. Только аккуратно, ты в моем теле, не забудь! Не опозорь меня, понял? Так хочется, знаешь, меч что ли взять? Меня-то не трожь, зараза ты такая! Так, сваливаем отсюда поскорее, мне нужно срочно отправиться в лабиринт. Ребята, нам нужно срочно думать, как отсюда выбираться. Я с вами полностью согласен, я не собираюсь здесь вообще ничего проходить и никуда бегать. Да-да, согласен с вами, согласен. Лёнь, ты, кажется, не в ту сторону смотришь. А, спасибо. Вот так нормально? Да, Лёнь, так нормально, так лучше. Не, а чё тут думать-то? Да блинский блин, да... Да чё, да дурацкая, да блин, чё, оно... Лобкин, может хватит уже, может ты меня просто поставишь и отпустишь, а? А, точно, сейчас, секунду. Знаете, может лучше вы мне голову вернете, а? Да чё ты сразу так переживаешь? Нравится, может, мне эта голова, с ней хочу ходить всю жизнь. Да пожалуйста, без головы капец неудобно, ну! Отстань, сынок, теперь это моя баска. Что делает этот нуб дурацкий, а? Я не понимаю нубов вообще. Ребят, хватит ссориться. Нам нужно срочно придумать, как отсюда свалить. Ну что же, а вот мой огромный лабиринт. Конечно же, я сейчас сюда зайду и найду ребят. Они должны быть где-то вот в этой стороне. Это будет просто феноменально. Сейчас только секундочку. Если у меня получится это сделать, то ты ставишь лайк. Согласен? Так, сейчас. Вон они. Тихо. Сейчас мы немножко... Ну это 100% был Лёня. Ребята, мне кажется, я слышал чьи-то шаги. Это не к добру, Арбузкин. Чё? Какие шаги еще? Это я, наверное, шагал, а? Ну что, готовы? 1, 2, 3. Бум! Это было слишком легко. Прямо сейчас я хочу, чтобы каждый из вас поставил лайк на эту серию. Сейчас я их найду еще разок. Но для начала подпишись на канал. Вот здесь кнопка подписаться. Прямо у тебя на экране. Нажми на нее. А еще посмотри предыдущее видео. Оно вот здесь. Там я немножко затроллил Леню. А как именно, ты уже увидишь в самом ролике. Нажимай, смотри. Пока.